Гимназисты из Советского района стали победителями и призерами всероссийского этапа президентских состязаний. В этом году в масштабных и популярных соревнованиях приняли участие школьники из 59 субъектов Российской Федерации. В этом году заключительный этап спортивных соревнований проходил в необычном для школьников режиме. Все нормативы снимали на видео, а члены экспертного жюри уже в онлайн-формате оценивали легкоатлетические способности по присланным роликам. Команды представили видеоролики с эстафетного бега и творческого конкурса. Его, кстати, посвятили 75-й годовщине Победы. По итогам всероссийского этапа президентские состязания этого учебного года дети получат грамоты, медали и ценные призы за призовые места. Кроме того, они будут внесены в государственный ресурс «Талант и успех», которые потом при поступлении будут им давать дополнительные баллы.